Программа «Указывая путь» с доктором Майклом Юсефом. Мы часто говорим «планирование». Это все и многие люди понимают этот принцип планирования. Продавцы знают принципы планирования, сотрудники банка знают принципы планирования, военнослужащие тоже понимают принципы планирования. Фермеры, безусловно, понимают принципы планирования. Все, кроме сатаны, понимают принципы планирования. Он знает их хорошо. И он знает точно, когда нападать. Он четко знает, в какую цель, в какую сферу вашей и моей жизни, и он искушает и атакует. Он знает точно, когда вы подавлены и подвержены его атакам и искушениям, и он в действительности сплетает узор искушений или атак, которые идеально подошли бы для вашей ситуации. Он знает, когда вы о себе думаете, что вы победитель своей игры. И он знает, когда вы внизу, в грязи. Он знает, когда вас вот-вот раздавят. Он все это знает. Он знает, как пускать свои ядовитые стрелы в вашу и в мою жизнь в те моменты, когда мы менее всего этого ожидаем. В Евангелии от Луки, 4 главе, начиная с 1 стиха, мы читаем отрывок, который очень знаком многим из вас. Это отрывок о том, как Иисус был искушаем в пустыне. И после трех искушений Иисус четко и ясно через Слово Божие отгоняет его. Он побеждает его. И затем, после того, как он трижды это сделал, 13 и 14 стихи, я хочу, чтобы мы вместе прочли их. Там сказано, «И окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени». В некоторых переводах сказано до удобного или до более удобного времени. Пожалуйста, подчеркните этот стих в ваших Библиях. Итак, когда сатана искушал Иисуса, хм. начнем с того, что в пустыне он искушал Иисуса, когда тот был физически, эмоционально и умственно иссякшим после сорокадневного поста. Так говорит Библия. Он был абсолютно истощен. И знаете, сатана делает с нами то же самое. Пожалуйста, слушайте внимательно. Он очень расчетливый. Он очень хорошо планирует. Он очень хитрый. Он очень хороший стратег во время атаки. И нападая, он не промахивается. Еще раз, 13 стих 4 главы Евангелия от Луки. После того, как Иисус окончательно победил его, сатана искал более удобного времени, более подходящего времени. И, конечно же, мы знаем, когда оно настало для сатаны. Это было в Гефсиманском саду. Вы помните всю историю. Он вернулся. Это было для него подходящим моментом, его удобным временем. Это был тот момент, когда он вернулся к Иисусу. Потому что сатана понимал, что если он не смог увлечь Иисуса, ослепив его владычеством над миром, над всей Вселенной, он стал базироваться на его страхе креста. Не просто на физическом страхе, но на страхе что Иисус будет отделен от Отца, когда Он понес ваши и мои грехи на том кресте. Так все и было в двух словах. И Он догадывался, что этот страх завладеет им. Если Он не смог принудить Иисуса пройти той короткой тропой, став единым владыкой над всеми, без необходимости идти на крест, он подумал, что его подходящий момент наступит в Гефсиманском саду, когда Иисус боялся. И не сомневайтесь, Иисус боялся креста. Он плакал, и пот выступал каплями крови. И он сказал, «Отец, если возможно, доминует да меня чаши сия». Он никогда до этого не был отделен от Отца. Они были едины до сотворения мира с самого начала начал. И Он знал, что это будет момент разделения, когда Он понесет наши грехи. Он осознавал и боялся этого. И сатана решил, это подходящий момент. И здесь, в одном простом стихе, хм, один простой стих — Евангелие от Луки, 4 глава, 13 стих. Библия открывает нам маленький грязный секрет сатаны. Его маленький грязный секрет. И поэтому всякий верующий в Иисуса Христа должен опасаться, должен быть на стороже. Каждый верующий в Иисуса Христа должен бодрствовать, чтобы понять, когда сатана атакует. Чтобы мы могли сказать, как апостол Павел, что его оружие или его Ловушки или его хитрости мы их не боимся, мы на стороже. Но вопрос, который задают многие люди, очень прост, он заключен в следующем. Как я могу подготовиться? Мое сердце, моя душа, мой дух, как они будут готовы? Как я могу подготовить себя к атакам дьявола? Как я могу знать, что сатана запланировал? Хм. Кто-то из вас скажет, но это не обо мне. Поститься 40 дней, 40 ночей, оказаться в подобной ситуации. Вероятно, этого не произойдет, верно, но принцип тот же. Опирайтесь на принцип. Видите, дьявол атаковал Иисуса по истечении 40 дней. Он не искушал его в начале этих 40 дней, Он не попытался искусить его в середине этих 40 дней. Он пришел как раз в конце этих 40 дней и приступил к искушению. И поэтому сегодня я хочу сказать вам о трех основных моментах времени в ваших и моей жизнях, которые являются подходящими моментами для сатаны, его удобным временем в наших жизнях. Самый подходящий момент, номер один, сразу после обильного благословения, которым одарил вас Господь после великого успеха и великой победы. Подходящий момент номер два — непосредственно до обильного благословения. Непосредственно до получения ответа на значимую для вас молитву, ответ которого вы ждали долгое время. И подходящий момент номер три, когда вы физически, эмоционально и умственно истощены. Номер один — сразу после обильного благословения. Первый стих 4 главы Евангелия от Луки. «Иисус, исполненный Святого Духа, возвратился от Иордана». Что это значит? Он только что вернулся от Иордана, реки, где он был крещен Иоанном Крестителем. И там была толпа. «Иоанн Креститель!» Фарисеи и многие другие, и они были свидетелями. И после этого крещения открылось свидетельство Бога Отца относительно Иисуса в том, кто Он такой, что Он есть единственный Божий Сын. Представьте, вы можете представить, что вы были там и услышали этот величественный голос Отца, говорящий, это Сын мой возлюбленный. Он такой? Нет никого подобного ему, никто даже немного не похож, никто никогда даже не сможет быть таким. Это сын мой возлюбленный. Но угадайте, чей голос звучал следующим. Отец сказал, «Это сын мой возлюбленный». А другой голос, который услышал Иисус, был голос сатаны, говорящий, если ты Сын Божий. Сразу же, после Великой Победы, после обильного благословения, после потрясающего утверждения Бога Отца, Он пришел после обильного благословения и хотел заарканить Иисуса. В одну секунду когда Иисус был духовно на высоте, дьявол придумал, как бы подстроить его падение. Сразу же после того, как Иисус испытал великое благословение, сатана хотел украсть и отнять эти благословения. Сразу же после того, как Иисус испытал силу победы, сатана хотел угасить его огонь. Сразу же после того, как Иисус испытал силу победы, сатана планировал его сломать. Мои возлюбленные друзья, послушайте меня внимательно. Вы и я должны бодрствовать, должны быть на стороже сразу после обильного благословения. Сразу после благословения Божьего. После долгожданного ответа на молитву. Вы должны быть на стороже. После большой победы, после большого успеха вы должны быть на стороже. Одна из самых больших опасностей, послушайте меня, в том, когда мы видим результаты каких-то перемен в жизни, и мы имеем успех. Это одно из самых опасных. Будьте внимательны, потому что искушение в том, что вы думаете. Что ж, я действительно очень умен или умна. Я просто гений по сравнению с остальными. Я успешен. Они страдают. А я источник своих благословений. Большое искушение в том, что да, я сам добился успеха. Великая опасность начать думать, что вы и являетесь кладезем своего благополучия, Будьте внимательны, потому что это подходящий момент для сатаны. Почему это подходящий момент для него? Ну что ж, слушайте внимательно. Потому что в этот момент вы чувствуете наименьшую зависимость от Бога. Если вы согласны со мной, скажите аминь. Потому что в этот момент вы ощущаете наименьшую нужду проводить время, склонившись на колени перед Богом. Потому что в это время вы ощущаете наименьшую нужду проводить время за чтением Слова Божьего. Потому что это время, когда вы чувствуете себя неуязвимыми, верно? Почему я это говорю? Хм, послушайте меня. Может вам не понравится, что я вам скажу сейчас, но это правда. Каждый из нас... Мы не очень хорошо умеем управлять своим успехом. Никто из нас не умеет хорошо справляться с успехом. И поэтому ваше время благословений, ваше время успеха, ваше время победы, ваше время достижений является подходящим моментом для сатаны. Притчи 16-18 «Погибели предшествуют гордости и падению надменность». Позвольте мне задать вам следующий вопрос. Вы можете ответить сами для себя. Было ли так, что вы получили благословение, а другие нет. Мы получили какую-то славу, скажем, или просто возродились к жизни, вы одержали большую победу. М? Берегитесь. Берегитесь. Потому что сатана взял вас на прицел. Вы оказались в его списке самых желанных жертв вы стали его целью. Подходящий момент для сатаны номер два — непосредственно до обильного благословения. Евангелие от Луки, 4 глава, 14 стих. Так, ключевой стих у нас 13. Теперь посмотрим на 14 сразу же после произошедшего в пустыне, то есть искушения, когда дьявол пытается подчинить Иисуса себе, сразу же после этого Иисус начинает свое публичное мессианское служение. Непосредственно после этого времени искушений, а так от дьявола, сразу его ожидало великое благословение. Для него было приготовлено время, чтобы проповедовать и учить всех. Иисус вот-вот начнет творить чудеса одно за другим. Иисус вот-вот исполнит Божий план спасения, который был в его мыслях с самого начала. Иисус вот-вот начнет противостоять мертвой религии и мертвым ритуалам. Иисус вот-вот станет противостоять религиозным толкователям Его дней, которые есть и в наши дни. Таким, которые отошли от Слова Божьего, Иисус вот-вот откроет дверь в небеса, широко откроет для всех, кто придет к Нему. А сатана хотел остановить это, прекратить это. 14 и 15 стихи Евангелия от Луки. И возвратился Иисус в силе духа в Галилею и разнеслась нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их и от всех был прославляем. Величайшая победа ожидала Иисуса сразу после того, как он одолел врага. Сразу после того, как он одолел сатану. И ваша величайшая победа придет вскоре после того, как вы противостанете и одолеете врага в вашей жизни. Ваши величайшие благословения придут сразу после того, как вы откажетесь сдаваться и бросать начатое. Ваш величайший успех придет сразу, как только вы встанете твердо, вне зависимости от цены, которую придется заплатить. Когда вы доверяете Ему в трудные времена, ваше благословение не замедлят прийти. Видите, сатана не глупый. Он понимает, и он пытается отнять грядущее благословение. Он попытается отнять ответ на ваши молитвы, который Господь хочет вам дать. Он постарается отобрать у вас радость победы, которая скоро придет. Он попытается разочаровать вас за день до вашего выпускного дня. Он постарается заставить вас сдаться в тот момент, когда вы вот-вот получите ответ на ваши молитвы. Он постарается заставить вас устать ждать и перестать молиться. Неудивительно, что Иисус повторял ⁇ Непрестанно молитесь ⁇ Когда вы молитесь, доверяя Богу, Сатана хочет, чтобы вы сдались незадолго до того, как вы получите благословение, приготовленное Богом. И дьявол постарается помешать вам одержать победу, о которой вы молились и которую вы ждали, а также получить благословение, которое вам обещал Бог совсем незадолго до того, как вы получите ответ. Подходящий момент для сатаны номер один — сразу после обильного благословения. Номер два — непосредственно до получения обильного благословения. И подходящий момент номер три — когда вы физически, эмоционально и умственно истощены и устали. относительно Иисуса, то был для сатаны подходящий момент. 40 дней, 40 ночей. Я слышал, что на самом деле 40 дней это максимум, сколько любой человек может перенести до обезвоживания и смерти. Итак, именно в тот момент сатана показал свою уродливую сущность. Глава 4 от Луки, которую мы читаем, взгляните на стихии 2 и 3. 40 дней... Он, Иисус, ничего не ел, и непосредственно по истечении сорока дней, когда Он собирался завершить пост, Он проголодался, и дьявол пришел к Нему в тот самый подходящий момент, которого Он ждал, когда Иисус был истощен, вот тогда он и приступил к нему. Когда вы физически, умственно и эмоционально истощены, вы истощены настолько, что вы не можете фокусироваться на Боге. Так вот, берегитесь, потому что этот момент является подходящим для сатаны. Помните пророка Илию из Ветхого Завета? Он одержал великую победу на горе Кармель, когда пророки Ваала призывали Своего Бога Ваала день за днем, и в итоге в одночасье они были побеждены одним молитвенным воззванием к Богу Иегове. И огонь загорелся, и поглотил все, включая воду. Какая великая победа! И он уничтожил пророков Ваала, но потом из страха перед злобной царицей Изавель он убегает и бежит 113 километров. Он был истощен. И он был очень уставшим. Его зрение стало нечетким. Он убегает туда, кладет голову между колен и говорит: Господь, убей меня! Я видел достаточно. Он только что одержал великую победу. И знаете, что Бог сказал ему? Как ты смеешь такое говорить? М? Как ты смеешь после такой победы сидеть здесь и говорить: Забери мою жизнь! Верно? Нет. Видишь, или тебе нужно вот что сделать. Тебе нужно покаяться. Или тебе нужно наставничество и библейская теология. Так же важно, как для меня. Тебе нужно пройти курс изучения, чтобы понимать характер Бога и его качество. Нет, важно так же, как для меня. Бог сказал ему, тебе нужно поспать. В итоге он спал несколько дней. Сон. От истощения. Затем он накормил его и сказал, а вот теперь я могу говорить с тобой после того, как ты отдохнул. Почему? Потому что когда вы физически, умственно и эмоционально истощены, ваш разум не будет функционировать правильно. И Бог не намерен упрекать вас, когда ваш разум не функционирует правильно. Почему? Потому что когда ваш мозг не функционирует правильно, вы склонны к эмоциональному восприятию. Вы преувеличиваете масштаб происходящего, а сатана это знает. Уж поверьте, знает. Он в точности знает ваши уязвимые места, и он будет в них целиться. И поэтому, когда Сатана показал Иисусу все царства мира, всей Вселенной, Сатана знал, что Иисус сошел с небес, чтобы отнять у него правление миром, как он когда-то забрал его, когда Адам и Ева пошли за ним. И он также знал, что Иисус получит все это после креста. Не раньше, и он был голоден, а сатана решил показать ему, как можно ускорить процесс. А вот что случается, когда мы физически, умственно и эмоционально истощены. Сатана будет показывать вам легкие пути в отношениях, используя ваше единство, ваше влияние на работе, заставит вас делать плохие поступки во имя благих целей так вот позвольте спросить вас испытываете ли вы атаки сатаны прямо сейчас? М? Поднапрягитесь Победа уже в паре шагов от вас благословение уже за углом долгожданные ответы на молитвы уже за углом вы ослеплены победой Бог благословил вас чем-то, принимайте, следуйте за вашим Господом, потому что есть только одно место, где можно одержать победу.